Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Епишина Валентина Владимировна. Я очень довольна продукцией Цептера. Особенно Биоптрон у меня уже давно. Первый Биоптрон у меня появился лет 10 назад. Это Биоптрон Компакт. Потом, маловато стало. Решила Биоптрон Про приобрести. Случилось небольшая неприятность. Моя семья, муж сломал ногу. Наши доблестные врачи так хорошо залечили, что у него появились язвы. Прежде чем сделать операцию, нужно было ее залечить. Залечила за 2 дня. Врачи даже спрашивали в больнице, что это за прибор я такой принесла. Я говорила им, вы прекрасно знаете об этой продукции, должны предлагать, тем более вы покупали, но куда у них делось, неизвестно. Но тем не менее, мне разрешили пользоваться. Я ему залечила за 2 дня. Через 2 дня ему сделали операцию. Все язвы прошли. Все удачно? Очень удачно. Хорошо. Показалось мало. У дочери моей большая аллергия. Страшная, особенно по весне начинается. На все цветущие. Вот. Я ее приобрела тоже компакт со светотерапией. Она периодически пользуются. Сейчас проблем нет, таблетки не пьем. Мне делали операцию, чтобы быстренько зажила моя коленочка после операции. Я тоже пользовалась этим прибором. Очень довольна. Большое спасибо Цептеру за ее продукцию. Спасибо большое.